Добрый день, друзья и недруги. Чтобы вы не думали, что Кирилл Серебренников – это уникальный новатор, и ничего подобного на Западе не делали, я сейчас вам оставлю видео. Это опера, фрагмент из оперы, но сперва прочитаю отзывы. 18 человек в Штутгарте стошнило во время этого представления. И не только потому, что на сцене лилась настоящая небутафорская кровь. Постановка называется «Санкта», «Святая». Это новое прочтение оригинала 1921 года, где молодая монашка, развращенная старой монашкой, возжелала спасителя, разделась догола и сорвала с распятия набедренную повязку. Но до греха не дошло, там появился гигантский паук, и девушка раскаялась почему-то. В этой, в новой версии, по сцене разъезжают на роликах монахини, естественно, без трусов. Проводится, конечно же, лесбийское месса. И участники действия энергично занимаются приятным делом. Протыкают друг другу разные места. Так вот, там в один день 8 человек стошнило, в другой 10, того 18. Все билеты распроданы.